поможет. А скажите, за Мариуполе вы когда в Таганрог попали? Как вы приняли решение? Что там в Мариуполе? Вот когда вы... Меня волонтеры привезли. Шли у нас еще военные действия. Нашу улицу отбили, и мы волонтеры вывезли нас на территорию, более безопасную территорию. Ехала 6 апреля. А сейчас ваш дом цел? Скажите, нет, дом пятиэтажный, восстановлению не подлежит. Квартира у меня разбита полностью, полностью сгорела. Одни стены остались. Какие стены? Поваренные стены. Все сгорело. До два. А как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Галина Закировна. Пока стоим, сейчас формируется ваш автобус. Сразу будем автобус.